сейчас уже спадает вода потихонечку. Был сильнейший ураган, шторм. Страшнейшее творилось здесь. Непогода. Но в целом сейчас уже все налаживается. Службы работают. Я думаю, скоро все будет хорошо. Почему вы так одеты? Сыровато немножко. Набережную все разбило, там, конечно, просто все месиво. Вот. Многие дома подтоплены, крыши, если не полностью, частично посрывало.